Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции приняли участие в родительском собрании. Автоинспекторы рассказали родителям о статистике аварий с участием юных участников дорожного движения, об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Родителям напомнили, как обеспечить безопасность дорожного движения своих детей, о необходимости использования безопасного маршрута дом-школа-дом, использовании световозвращающих элементов на одежде ребенка, о безопасности несовершеннолетних в салоне автомобиля и о том, что необходимо перевозить детей в специальных удерживающих устройствах.